Суши и роллы – одно из популярных блюд в наше время. Я вам расскажу, как их правильно приготовить. У нас для этого есть предварительные заготовки. Огурцы, крабовые палочки, лосось и сваренный рис, и заранее заправленный. Промыть его нужно от 2 до 5 раз, чтобы он потерял свою клейковину, то есть крахмал, который содержится в рисе. Потом взять ингредиенты, к примеру, 100-200 грамм риса и добавить столько же воды. И поставить на медленный огонь и проварить в течение 20-25 минут. После этого заправить его уксусом. Уксус мы разводим один к одному. Берем 10 грамм уксуса и 10 грамм сахара. И хорошо перемешиваем. После этого мы вливаем уксус в рис и тоже хорошо перемешиваем. Для этого он станет очень-очень липкий. Прежде чем начать крутить роллы, рис должен хорошо остыть. Еще для этого нам надо макису. В простонародье коврик. Коврик нам понадобится для формовки риса, чтобы роллы получились округлые и красивые. Мы его обмотали пищевой пленкой. Также мы взяли нори, целые листы. Листы нужны нам всего лишь половинки. Для этого мы их ломаем напополам. Это делается вот так. Слаживается в два и обминаем одну из краев. Потом переворачиваем и также повторяем. Раскладываем и тянем в разные стороны. Вот. Начнем крутить роллы. Берем макису, берем нори. Нори мы ложим шершавой стороной кверху, для того, чтобы рис правильно прилип. Потом мы смачиваем руки водой, чтобы рис не прилипал к рукам. Берем небольшой шарик риса, выкладываем его на нори и оставляем сверху свободную полосочку, для того, чтобы при закрутке задняя сторона нори оказалась на этой свободной полосочке. Обратите внимание, рис я выложим тонким слоем. Следующий шаг мы берем лосось. Лосось у нас заранее нарезан полосками. Берем небольшое количество и вылаживаем точно посерединке риса. И начинаем заворачивать. Задняя часть листа нори должна быть на этой свободной полоске. И смачиваем опять водой, для того, чтобы нори прилипла к задней части нори. И формируем. Ролл готов. Вкладываем его в сторону и приступаем к еще одному роллу. Он будет сложный. Для этого нам понадобится снова нори. Выкладываем его так же само вверх шершавой стороной. Гладкую ложим на макису. Берем опять небольшое количество риса и выкладываем таким же самым образом, только оставляем снизу полосочку, а сверху чуть-чуть выступаем рисом. Продолжаем выкладку риса, выступая немножко за края. Мы оставили снизу полосочку и выступили сверху чуть-чуть рисом. Сверху мы прижимаем макису и переворачиваем таким образом. Открываем, поправляем. Затем мы выкладываем заранее нарезанные огурцы. Огурцы тоже у нас нарезанные полосками, для того, чтобы правильно повторить форму ролла. И крабовые палочки, которые тоже нарезаны полосками. Поправляем нори на край и заворачиваем таким образом. И формуем его. Ролл почти готов. Берем заранее нарезанные слайсы лосося и выкладываем их поверх ролла и прижимаем его макису. Поправляем края. Ролл готов. Перед тем, как резать роллы, хорошо смочите нож. Всем приятного аппетита!